что нам сулит? В первой половине текущей недели будет преобладать прохладная, назовем так ее, погода. В ночные часы температура будет близка к нулевой отметке, от минус 2 на севере до плюс 3 на юге. И в полуденные часы термометр будет повышаться всего-навсего в районном области от плюс 3 до плюс 8 градусов, и лишь по крайнему югу, юго-востоку до плюс 10 градусов, не более того. Преимущественно без осадков при переменной облачности. Ветер будет преобладать северо-западного направления, скорости будет в основном от 5 до 10 в порывах, до 15 метров в секунду. Начиная со второй половины текущей недели, с четверга, характер погоды будет меняться. Во-первых, будет нарастать температура более энергично, и на небосводе появится полная облачность. Пойдут осадки в виде дождя. Их количество в четверг, пятницу, субботу будет колебаться в районной области от 3 до 5 миллиметров. Ветер довернет на южную составляющую, юго-западную в основном, и усилится от 7 до 12 метров в секунду и в порывах до 17 метров в секунду. И к концу текущей недели, к субботе, максимальная температура в полуденные часы в районном области будет преобладать от 17 до 22 градусов, и в Саратове от где-то 18 до 20, и в ночные часы, соответственно, от 7 до 12 по области, и в Саратове от 10 до 12 градусов выше нуля. Вот такой характер погоды нам следует ожидать на начавшейся неделе.